В эфире «Наша марка», я Артур Смоляков. Сегодня расскажем о витебском ликероводочном заводе «Предвиние». Он был основан в 1898 году и является одним из старейших предприятий по производству алкогольных напитков в Беларуси. Сейчас здесь выпускают более 50 видов продукции, которая хорошо известна не только на территории нашей страны, но и далеко за ее пределами. Предприятие начинало свой жизненный путь как казенный склад императорского двора. Потом постепенно образовалось производство водки. И в разные годы производилась модернизация предприятия. И вот уже на сегодняшний день мы имеем современный мощный завод. Минеральные воды, питьевые воды и безалкогольные и слабоалкогольные напитки. Ликероводочные изделия представлены очень широкой гаммой продуктов. Мы одни из немногих, кто уже много десятилетий производим этот сегмент, производим его очень хорошо, качественно. И об этом говорят множественные награды и клиенты, особенно из-за рубежа, которые хотят видеть только нашу продукцию у себя на прилавках магазинов. В цеху трудится 18 человек, купажисты, слесаря-наладчики, наладчики изделий из пластмасс, грузчик, ну и другой персонал. Мы находимся сейчас в купажном отделении, которое было построено в 1988 году на существующей площадке завода. И все, что вы здесь видите, до сих пор в рабочем состоянии с 1988 года. У нас есть компрессорное отделение. Мы подготавливаем для выдува бутылки собственный воздух по параметрам безопасности и стерильности. Также у нас есть отделение приготовления воды питьевой и воды купажированной, которая потом поступает на розлив. Производственный комплекс «Предвиние» состоит из трех основных цехов – алкогольного и безалкогольного производства, а также ликероводочного с участком по приготовлению коньяка. В состав предприятия входит и Богушевский спиртзавод. На спиртзаводе мы в том числе производим углекислоту, производим солод, вот, и производим спирты различных сортов, и производим новый для нас инновационный продукт – зерновые дистилляты, которые сегодня широко востребованы у нас и за рубежом. Витебский ликероводочный завод «Предвиние» имеет более чем вековой опыт производства алкогольной продукции. Сегодня это высокотехнологичное предприятие, оснащенное современным оборудованием ведущих европейских компаний, которые здесь регулярно обновляют и модернизируют. Сейчас мы находимся в цехе ликероводочного производства по приготовлению спиртованных полуфабрикатов. Здесь готовятся спиртованные морсы, спиртованные настои и ароматные спирты. Это основная составляющая нашей продукции. Буквально год назад в этом цеху произошла модернизация. Здесь введены в эксплуатацию 6 экстракторов по 600 декалитров и 6 экстракторов по 300 декалитров. Экстракторы у нас служат основным оборудованием для экстрагирования ароматических сухих веществ из трав, ягод, кореньев, которые мы используем для своей продукции. Процесс экстрагирования, если мы говорим о приготовлении бальзама, он длится до 22 дней. Это процесс очень длительный. Более миллиона долларов затрачиваем ежегодно на наши новые проекты. Что сегодня позволяет свободно выходить на российский рынок с предложениями по производству и реализации коньяков из дистиллятов, виски из дистиллятов виски. Как я уже говорил, и новый для нас, и новый в республике продукт. Это виноградная водка «Граппа». Это напитки из зернового сырья, да, это тоже для нас новый вид продукции, который мы освоили за последние 2 года на нашем спиртзаводе. Мы получаем зерновой дистиллят, из которого мы его и продаем так в виде дистиллята за рубеж, либо производим напитки из зернового сырья. Для производства алкогольных напитков здесь используют только спирт собственного приготовления, что позволяет контролировать его качество, начиная с процесса заготовки зерна. В производство напиток попадает только после оценки специальной дегустационной комиссии. На предприятии действуют системы менеджмента качества. Безопасность продукции проверяется аккредитованной производственной лабораторией. У нас 4 системы. Одна система в области охраны труда, вторая система в области экологии и 2 системы в области безопасности пищевой продукции. Это одно из важнейших требований сегодня при заключении контрактов на экспорт. На внутреннем рынке это уже обязательное требование уже много-много лет. Поэтому мы его
успешно выполняем, успешно проходим все очередные плановые сертификации наших аудиторов. В производстве алкогольных и безалкогольных напитков Витебский завод «Предвиния» использует воду из собственных скважин, которые расположены на территории предприятия. У нас своя минеральная вода, которую мы добываем со своей скважины, которую сами купажируем, сами разливаем, сами полностью выпускаем от производства земли до магазина, это все наше. Также у нас есть на территории скважина питьевой воды, которую мы также разливаем. У нас очень хорошая, вкусная вода. Особо важную роль играет вода, качество воды, ее состав и так далее. Поэтому мы расположены в таком живописном, прекрасном месте на берегу реки. Скважины уже имеют достаточно длительный срок службы. Вода прекрасного качества, вода прекрасно ложится на нашу продукцию, на наш спирт. Вот. Ну и немаловажным фактором является еще и собственный спирт в нашем местном регионе, который производится из нашего местного зерна, который мы собираем тут же растим у наших прекрасных сельхозпредприятий. Поэтому вот этот симбиоз, этот тандем собственного спирта, собственной подготовленной воды и залог безусловного качества и безупречного вкуса наших напитков. Безалкогольные и крепкие напитки, настойки, ликеры, бальзамы, питьевая и минеральная вода. Все продукты завода неоднократно удостаивались наград престижных дегустационных конкурсов не только в Беларуси, но и далеко за ее пределами. Уникальнейшей продукцией нашего предприятия, не имеющей аналогов, является бальзам. Он удивляет всех специалистов на конкурсах, на дегустациях своим составом и воздействием на организм человека. Несмотря на его экстрактивность 9,2 грамма на 100 сантиметров кубический, в бальзаме содержится минимальное количество сахара. Этот продукт, гордость наша, он был разработан командой технологов под руководством Карпуц Лидии Александровны в сотрудничестве с кафедрой ботаники и лекарственных растений. В бальзаме содержится 14 трав и 2 ягоды, которые дополняют друг друга по своим лечебному воздействию на организм человека. Укрепляют иммунитет, снимают усталость, снимают напряжение. Предприятие активно поставляет свою продукцию на экспорт. Сегодня «Предвиния» уверенно идет по пути завоевания крупных рынков сбыта, постоянно расширяя географию поставок. У нас порядка 28% от поставленной на экспорт продукции – это страны Евросоюза. Мы работаем по странам СНГ. Следующим нашим, наверное, по объемам поставки рынкам являются такие, как Грузия, Азербайджан. Очень сильно приросли мы в этом году по работе с Казахстаном. Ну и Российская Федерация тоже остается у нас в приоритете. Порядка, наверное, 8-9% от общего экспорта у нас как раз составляет Россия. За полугодие наш экспорт составил порядка 2,5 миллионов долларов. Может быть, по сравнению с какими-то очень крупными предприятиями это выглядит скромно. Но, зная наших, так сказать, партнеров по бизнесу, это достаточно приличная цифра. Темп роста к уровню прошлого года у нас составляет на сегодняшний день 106,5%. Ожидаемые цифры свои по 9 месяцам мы уже прикидываем и рассчитываем выйти на 109%. Ну, а год закончить не менее успешно и дальше развивать свое сотрудничество и наращивать объемы экспорта. Завод не стоит на месте. Здесь регулярно появляются новые виды продукции, а предприятие продолжает улучшать и совершенствовать ассортимент и производство. Одним из новейших проектов, который был успешно завершен в начале этого года, это приобретение современного холодильного оборудования, которое позволяет одновременно охлаждать несколько наименований изделий за рабочую смену. В общем-то, чего раньше предприятие делать было не в состоянии. В настоящее время мы на данном оборудовании успешно производим коньяки для Российской Федерации, для крупнейших сетей. В сентябре месяце впервые будет производиться водка «Граппа». Среди предприятий холдинга нет аналогов.
Вот, и подписан контракт, и подписана заявка на производство виски. За созданием каждого продукта стоит кропотливая и слаженная работа коллектива, проверенной годами команды профессионалов своего дела. Ну, на предприятии я работаю 22 года. Конечно, путь пройден очень большой. На данный момент у нас все более модернизировано. Работать стало гораздо проще, легче и интереснее. Я работаю на этикировочном аппарате. Я смотрю, как клеится этикетка на бутылку, смотрю за выпуском качественной продукции. У нас очень хороший, дружный, сбитый коллектив. Работаем мы не один год вместе. Во-первых. Во-вторых, это отношение руководства к нам. Заработная плата, поощрение, премии. Сегодня у нас профессионально сформированная команда в количестве 430 примерно человек. 100 из них трудится на нашем спиртзаводе в Богушевске. Вот. И остальная команда трудится здесь. Вот. Порядка 70 человек инженерно-технического персонала, остальные все это производственный персонал. Особое внимание, конечно же, уделяем молодежи. Выезжаем со своей командой руководителей и топ-менеджеров, выезжаем в университеты, выезжаем в техникумы наши профильные, это Молодечная, Могилев, Могилевский университет продовольствия. Выступаем перед ребятами, рассказываем о нашем предприятии, о социально-бытовых условиях, о каких-то благах. Мы сохраняем и развиваем традиции наставничества. Студенты Могилевского университета пищевой промышленности проходят у нас практику. Молодые сотрудники, придя на работу, на свои первые рабочие места, они закрепляются за более опытными профессионалами для изучения каждого участка работы. Торговая марка «Предвинье» прочно ассоциируется, как истинно белорусская продукция, с национальным колоритом, изготовленная по рецептам, проверенным временем, но по самой современной технологии. Планов на будущее у предприятия много, и сегодня нет никаких сомнений в том, что все они обязательно будут реализованы. Планы амбициозны. Мы приобрели очередное здание, которое мы планируем использовать под современную производственную лабораторию для того, чтобы усилить этот блок. Вот. Планы по автоматизации и наращиванию автоматизации производственно-технологического процесса, что позволит сэкономить сырье, ресурсы, человеческие ресурсы. В планах снижение энергопотребляемости предприятия. В общем, грандиозное количество проектов, которые направлены на снижение затрат, увеличение выпуска продукции, вот, увеличение добавленной стоимости ее и увеличение заработной платы нашему трудовому коллективу. Сочетая классическую технологию производства с современной, постоянно улучшая качество своих напитков и модернизируя производство, завод «Предвинье» уже давно стал одним из лидеров отрасли алкогольных и безалкогольных напитков страны. Сегодня можно с уверенностью сказать, что в бренде витебского предприятия сплетаются высокое качество, безопасность и натуральность продукции.